Всем привет, дорогие друзья, это Astralader TV, рядом со мной сидит Артур Гоблок-Костенко, игрок команды Empire. Привет, Артур. Привет. Это небольшое видеоинтервью, мы зададим ряд вопросов Артуру, начнем, наверное, с самого начала, поинтересуемся, когда же Артур начал играть в Доту, когда он это было и за какие команды первыми он сыграл. Было это очень давно, начал я играть в старших классах школы еще, просто после школы, for fun. Потом, когда поступил уже в институт, это перешло уже в более профессиональное, играл. Сначала была команда HM, потом VG у нас собиралась, потом немножко играл за Na'Vi. Потом у меня было полгода инактива, и потом уже возвращался, собственно, к Вовотике, что потом перешло в DTS, и потом уже Дары. Как-то так. Хочу поинтересоваться, наверное, насчет команды Walker Gaming. Это, наверное, была первой боеспособной такой себе украинской командой, которая что-то показала. По-моему, выиграли MIM Prime 1. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так. Так ли это? Не, MIM Prime, по-моему, как раз не выигрывали. Там было несколько вторых мест. Выигрывали Asus, выигрывали какие-то другие онлайн-турниры некоторые. Состав был действительно очень хороший на то время, и атмосфера в команде была очень хорошая. Мы просто были друзьями друг друга, наверное, помимо игры. Я напомню, для тех, кто не знает, либо не застал Walker Gaming, в самом боевом составе у нас присутствовал, соответственно, Гоблок, Дэнди, Ахура, Травка и Фобос. И потом, я не помню, меняли вы потом состав или нет, но ничего, мы движемся дальше. Я задам, наверное, следующий вопрос тебе про твою следующую команду, которая, вот ты назвал, да, DTS. Это следующий шаг такой более-менее профессиональный был в твоей карьере. Напомни, пожалуйста, нашим зрителям, так скажем, каковы достижения вместе с командой DTS и какие составы там были? На самом деле, с DTS мы выиграли Asus как раз, и там состав у нас был, я играл с Травкой Фобосом, взяли тогда туда Art Style, взяли Ласта и Дэнди, нас было 6 человек в разное время. И потом уже на пике формы этой команды как раз я не играл, потому что мы с Фобосом оттуда ушли, и туда пришли Dread и NS, с которым, собственно, команда добилась наивысших своих высот, пожалуй. Как-то так. Пару слов о Na'Vi. Если я не ошибаюсь, именно с этой командой ты посетил как минимум несколько выездных турниров. Точно я помню OSPL турнир в Алматы. Было дело, да, несомненно. Напомни, также вот расскажи про времена Na'Vi. С чем ознаменовались они для тебя? Что ты испытывал в то время и почему получился после Na'Vi у тебя инактив? В Na'Vi было хорошо. Собственно, тогда, когда я ушел из DTS, у меня не было команды, я просто гонял папчики, и потом в один день подошел Zero Gravity ко мне с Ахурой и сказал, я хочу вот команду по Dota создать, давайте вы соберете состав и будете что-то делать. По итогу там медленно мы собрали этот состав, уже с Ваней, Дэнди хвостом, и показывали довольно неплохие результаты тогда. Ну, потом, собственно, просто так сложилось, что мне нужно было писать диплом, были некоторые проблемы личного характера, поэтому прямо перед прошлым летом пришлось, так сказать, доту снова отложить и заняться проблемами повседневными. Я помню, у нас был с тобой такой интересный диалог в Алмате на тему того, что ты признавался, что вот сейчас нахлынули такие заботы, как диплом, и мотивации все меньше играть. Но меня порадовал тот факт, что все же ты сделал камбэк после этого инактива, и камбэк получился более чем успешным. И мы понемногу подходим к команде Darer, о которой мы, наверное, поговорим отдельно. Но между этим я хотел бы тебя спросить, все же, так как мы это интервью абсолютно для всех, возможно, для тех, кто особо не следит за профессиональной дота-сценой, хотел бы я поинтересоваться, в какие игры ты играл на солидном уровне, кроме доты, и в какие игры ты играешь просто так казуально? И вообще, насколько падок ты на новые игры? На самом деле, профессионально, пожалуй, я больше ни во что не играл. Играл немножко в Warcraft 3 просто, но это уже после доты было, после того, как в доте уже более-менее чего-то добился. А так, периодически играю в разные браузерки в интернете просто, и все. Больше ни во что не играю. Ну, еще с Дэнди там в Arma 2 гоняли немножко. Такое. Окей, ну теперь самая сладкая команда Darer. Команда, я не знаю, честно говоря, для тебя, насколько эта команда, насколько ты ее позиционируешь в своей карьере, об этом я сейчас тоже отдельно спрошу.
Но я думаю, именно с командой Дарр что-то особое для тебя свершилось, это The International 2012. Опять же, возможно, у тебя к этому особому простое отношение, и тебе абсолютно по барабану, может быть, ты съездил на этот лан как на Asus, но об этом все вот сейчас мы и узнаем. Расскажи, пожалуйста, лично для тебя Дарр на фоне абсолютно всех других команд, как-то выделялись ли они особняком в целом? Ну вот сейчас, по прошествию времени, после того, как Дарр уже не существует, ты вот, я думаю, можешь сделать выводы. То есть было ли что-то особое того, чего не было в других командах, именно в этой команде? Что-то особое? Не знаю, на самом деле. Да, наверное, все как обычно было. Единственное, что состав был действительно хороший по игрокам. Другое дело то, что характерами немножко не сошлись. Съездили на International, замечательная поездка была. К сожалению, ничего не добились. Это, естественно, повлияло на дальнейшую судьбу. По большей части из-за этого разошлись. По поводу Дарр, Радомир Станев отличный вообще человек. Спасибо ему большое за все, что он у нас сделал, да? На полном серьезе. Он действительно, наверное, пока что лучший вообще менеджер и спонсор, соответственно, который был у меня за 5-6 лет игры в Доту. Это единственный спонсор, с которым мы просто действительно проводили время хорошо и общались как друзья, можно сказать. Поэтому ему большое спасибо. Окей, и, наверное, самое вкусное, хотя к концу мы еще не приближаемся, но тем не менее, The International 2012. Я особо не буду ворошить былое, почему проиграли, и прошлое. Просто попытайся несколькими репликами рассказать, передать атмосферу всем тем, кто там не был, в частности и мне, потому что я там не умудрился побывать, как еще некоторые представители. Что было вот из того, что тебе запомнилось, что по сравнению с другими лан-турнирами очень сильно выделялось, что было сделано намного круче, чем на всех других существующих в мире лан-турнирах, и было ли что-то такое, что было не учтено? Запомнилась, естественно, шикарнейшая просто организация от Valve. Они вне конкуренции по сравнению с другими вообще лан-турнирами, на которых я когда-либо был. Ну, во-первых, они сняли оперный холл для игры вообще в Доту. Это невиданного масштаба, по-моему, события. Во-вторых, все происходило невероятно быстро. Мы садились на компьютеры, туда уже были подключены наши девайсы, поставлены все наши настройки, и нам надо было только зайти в игру и играть. Поэтому, собственно, были такие маленькие перерывы между играми. И для игроков условия были просто отличнейшие. О нас позаботились на все, наверное, 200%. Нам предоставили вообще все, хороший отдых и все остальное, просто чтобы мы могли на максимум показать свою игру и думать только об игре непосредственно. А была ли какая-нибудь ложка дегтя в бочке меда? Например, насколько я знаю, что даже команды, которые играли в 8 вечера, они все равно должны были делать чекин в 8 утра. Что-нибудь с такого вот разряда? Неправда, потому что когда мы играли в первый день против Absolute Vengeance, мы играли в 10 вечера, и все должны были ехать в 8 утра, но командам, которые играли позже всего, Valve дали даже из отеля отдельный автобус, конкретно для них в 10 или 11 часов, по-моему, точно не помню. То есть нам дали достаточно время отоспаться перед вторым игровым днем. Даже это было учтено. Ясно. Ну вот... Даже не знаю, не хотел я совершенно задавать все-таки, но вот меня так и подмывает задать вопрос о причине все-таки развала Дарр. То есть без каких-то личностных деталей я не прошу здесь сейчас спойлить всю правду и кого-то поливать какашками, но стала ли причиной развала именно человеческий фактор в виде характеров и прочего, либо стал причиной развала именно... То есть скилл, да, что, возможно, кто-то кем-то был сильно недоволен в плане игры. То есть, ну вот все, что можешь заспойлить. Нет, я же сказал уже ранее в интервью, что состав, в принципе, был хороший, просто действительно не сошлись характерами. И трудно было вот именно по-человечески играть конкретно в этом коллективе. Ситуация накалялась, обострялась, и просто не находили общего языка в плане игрового процесса в первую очередь. Хотели играть в разную доту. Я хотел играть в одну доту, Ваня хотел играть в другую, там год хотел играть во что-то еще другое, и за счет этого постоянно возникали какие-то споры и накаления, и мы не могли полностью к чему-то одному прийти.
такой вопрос, а почему не нашелся лидер, который стукнул ногой и сказал, вот я, да я знаю как, поверьте мне, давайте я возьму на себя ответственность, но мы будем играть мою доту. Такое было, поначалу этим лидером был Ваня, потом я какое-то время был капитаном. Просто дело в том, что, возможно, если бы мы выигрывали действительно все, возможно, или нам чего-то не хватало, или недостаточно хороши мы были. Если бы мы, возможно, все выигрывали, ничего бы такого и не было. Просто продолжались обидные какие-то поражения периодически каким-то командам, и из-за этого не получалось все-таки вот этот общий язык найти в команде. Так вот и вышло. Что, решили разойтись уже после International? Ну, ты знаешь, я хотел добавить, что всегда поражение приводит к тому, что многие, кто-то кем-то недоволен. Ну да ладно, я думаю, мы, наверное, отступимся от этой темы и уже вернемся, наверное, в текущее положение дел. Команда Empire, новый состав. Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю каждого из игрока этой команды, но я приблизительно предполагаю, что все ребята спокойны, уравновешены, то есть нету никаких там очень интересных персонажей, которые существуют в русской дота-сцене, в вашей команде, все очень ровные, и главное, насколько я подозреваю, все очень мотивированы играть и побеждать. Вот расскажи, ты сейчас капитан новособранной команды. Во-первых, первый вопрос, как тебе атмосфера, и второй вопрос — Блава был капитаном, но с своим приходом капитаном стал ты. С чем это связано? Я не знаю, это даже как-то не обсуждалось. Он когда меня звал в Empire, соответственно, после International. После International я вообще хотел такой состав. Когда мы уже приняли решение о распаде Darrer еще в США, я хотел именно этот состав. Единственное, что я не знал, как оно будет там, под какой организацией мы будем играть, согласится ли вообще Блава Скандал что-то менять, потому что у них тоже была команда. И когда я уже приехал, мне от Empire поступило предложение присоединиться. Но я сказал, что я вот буду только играть с Фаником и с Айратом, потому что уже в Сиэтле мы договорились как-то попробовать что-то новое создать. И сейчас атмосфера в команде отличная, можно сказать. Со всеми остальными, кроме Романа Скандала, я знаком был заранее, знал, что все хорошо, а этим человеком я был приятно очень удивлен, потому что он на все 100% адекватный и готов полностью отдаваться тренировкам, и помимо этого еще отличную игру показывает, как вы все, я думаю, это видите. Да, Скандал — это вообще отдельный персонаж. На прошлом финале Starladder я брал у него видеоинтервью, и такое вот, знаешь, из Хона появился профессионал доты, так скажем. Он спокойный чувак, хорошо играет и все тому подобное. Ну вот расскажи, ты смог сейчас прочувствовать атмосферу в Empire. Если без личностей, то есть не вспоминая конкретно прошлой команды, были ли у тебя профессиональные команды из всех, которых мы уже обсудили, в которых атмосфера все-таки была хоть чуть-чуть, но приятнее? Я думаю, все равно самая лучшая атмосфера была в ВГ, конечно. Думаю, без вариантов. Но здесь сейчас тоже все более чем отлично, скажем так. Пока что у нас нет было еще ни единого конфликта, и все хорошо. Возможно, это обусловлено тем, что мы еще ни одного официального матча не проиграли, и, собственно, нечему пока расстраиваться, но пока все действительно идет здорово. Такой вопрос касательно Сайлента и Фанника. Почему вы с Фанником договорились играть с International? Это я могу представить, потому что все-таки вы играли в одной команде. Я Redstyle, видимо, присутствовал при разговоре, сразу же изъявил свое нежелание, в принципе, продолжать играть в доту. И Фанник, человек, мотивированный человек, который хочет играть, просто договорился с тобой о том, что вы продолжите дальше карьеру. Но вот каким образом очутился в вашей троице Сайлента, с которым, если я не ошибаюсь, ты на проуровне в одной команде не играл? На самом деле с Айратом на ICCAP я так немножко познакомился. И я его звал еще играть в ДТС тогда, когда вот состав был, собственно, с Фаником, Магом, Флаем и Джакао. Тогда он отказался, тогда он выбрал М5, потому что у них на то время уже были контракты, уже было все хорошо со спонсорством и так далее. Но как игрок он мне импонировал еще тогда, и я хотел с ним попробовать именно поиграть на профессиональном уровне, потому что мне кажется, что он очень сильный индивидуально и, что самое главное, очень хорошо думающий игрок. Поэтому вот как-то так. Позвал его, посмотрим, что получится. Скажи, пожалуйста, какими чертами тебе импонирует Silent? Потому что он человек, так скажем, не особо публичный за всю историю его игры. Там буквально пару видеоинтервью с ним сняли. Вот что именно?
Ну, пока не поиграешь с человеком, с человеком с кем-то в одной команде, именно в скайпе, пока не услышишь его мыслей по поводу той или иной ситуации, трудно определить, насколько он хорош, насколько он тебе подходит. Просто, наверное, мое понимание сходится с его пониманием, и он может произнести новые хорошие идеи, и помимо этого еще очень сильно отыграть на всех своих героях. Вот поэтому он. Окей, я понял. Ну, наверное, понятно нам все про Empire, и хотел бы поинтересоваться я по поводу ваших планов. То есть планируется ли как-нибудь какой-нибудь буткемп, например, либо планируются какие-нибудь выездные ланы по договоренности с проектом? То есть вот приоткрой немножко. По поводу буткемпа, возможно, будет в следующем месяце буткемп в Москве. Это еще не подтвержденная информация. Там, возможно, будет просто буткемп вообще всей организации Empire, соответственно, всех составов. Это, как мне немножко говорил менеджер наш. По поводу турниров, к сожалению, на украинских квалификациях ЕСВЦ и ВЦГ мы участвовать не можем, потому что у нас только два украинских игрока, и мы на ВЦГ России уже тоже поехать не можем, потому что там квалификации уже прошли. На ЕСВЦ России, если будет квалификация, наверное, будем стараться отбираться. Если не будет, наверное, не сможем никак уже на этот турнир попасть, к сожалению. Ну, соответственно, цель номер один сейчас — StarLadder, какие-то мелкие онлайн-турниры также важны, но больше на втором плане. LAN-финал StarLadder, а дальше там уже посмотрим. Что-то, если анонсируют, и если мы будем показывать хороший уровень игры, само собой туда поедем на LAN выступать. Знаешь, с ВЦГ России сейчас вот сложилась такая ситуация, что там оргкомитет сейчас как раз-таки решает, что вообще делать. И я не знаю, какие там есть аутсы из той ситуации, но по факту М5 развалились, а Garage Gaming все же разбрелись, как написали на сайте одном, разбрелись по составам, хотя они и так были в составах. В общем, там еще все это непонятная машина, и если вдруг повезет, я не знаю, есть ли такой вариант, но, может быть, еще какие-то регеймы будут, и, может быть, у вас появится шанс. Будем надеяться. Также я хотел еще раз вернуться к Сайленту и задать вопросик касательно его местопроживания. Насколько я знаю, живет он в Красноярске или не в Красноярске, а в Казани. В Казани, наверное, да. Я не то чтобы путаю эти города, у них просто банда постоянно Красноярск-Казань. У них один пацан Красноярска, значит, был. Хорошо, живет он в Казани, и добираться до ланов ему довольно трудно. Ну, к примеру, Киев, да. Не планирует ли его каким-то образом перетаскивать в Москву, и вообще не скажется ли это как-нибудь на вот именно этих буткемпах? Потому что, как я помню, в прошлых составах он добирался по 3 дня, в то время как парни его уже все ждали. По-моему, это какая-то ерунда, потому что, насколько я знаю, до Казани поездом ехать что-то 8-10 часов. Не знаю, о каких трех днях идет речь, возможно, я что-то путаю. Ну, двое суток, по-моему, точно, как минимум, до Киева, 2,5. До Киева не знаю. До Москвы, по-моему, там не так уж и далеко ехать, плюс там есть аэропорт в городе. Почему должно это составить какие-то проблемы, я не понимаю. А по поводу перетаскивать куда-то жить, насколько я знаю, человек учится. Не знаю, насколько это возможно вообще просто вот так вот взять и уехать какой-то в другой город. И это вопрос, наверное, не совсем ко мне, а больше к менеджменту организации. Как они посчитают нужно, пускай так и делают. Если они посчитают сделать такое предложение человеку переехать жить из Казани в Москву и там обеспечить ему условия для проживания и дадут ему для обдумывания, это уже от него зависит. Окей. Ну и, наверное, последняя, заключительная, предпоследняя часть. Там еще будет одна небольшая маленькая часть. Интересует меня такой вот вопрос именно касательно StarLadder. Вот вы начали, и начали вы очень уверенно. Как ты думаешь, продолжится ли ваш победный стрик и с чем это связано? То есть обыгрывали ли вы каких-то фаворитов с твоей точки зрения? То есть все твои мысли по поводу турнира StarLadder? По поводу турнира StarLadder вообще планируем, конечно, в четверку входить, чтобы на LAN попадать гарантированно. А по поводу лидеров, думаю, в лидерах будут Квантик, ЕГЭ, Нави и мы. Кто конкретно на каком месте, я не знаю, но я думаю, топ-4 будет именно таким. По поводу фаворитов, ну так, кланворы играем, но это абсолютно не показатель. Там на 100%, естественно, никто не будет играть. Многие сейчас тестируют какие-то новые стратегии, которые далеко не всегда рабочие, и по паре игр очень трудно судить, сильнее это или слабее той или иной команды.
По поводу стрика, будем, естественно, стараться закончить 15-0, как ни крути, а там уже как пойдет. А расскажи про сегодняшний игровой день, с кем вы сегодня играете, каковы твои ожидания? Должны были играть две игры с Маузом и SM5. Маузы свою игру перенесли, использовали wildcard, будем играть только с SM5, которые сейчас, насколько я знаю, лидерами являются в турнирной таблице с сухим счетом. Будем стараться нанести первое поражение. Кто-то из нас сегодня получит первое поражение, вот и все, будем надеяться, что это будем не мы. Ну и последний, наверное, блок наших вопросов — твои предпочтения, то есть такой экспресс-блок. Назови твой любимый, ну может не любимый город, а город, которым тебе больше всего понравилось, хоть с доты, хоть без доты, ну, то есть не в СНГ. Не в СНГ? Или в СНГ, без разницы. Я не знаю, мне мой город вполне нравится. В Киеве хорошо, вот что могу сказать. А так? Москва мне абсолютно не нравится, как город. В Швеции тоже не очень понравилось. В Сиэтле было здорово. Так. Это если по поводу доты брать. А если без доты? Без доты не знаю. Если жить, то мне здесь вполне здорово. А, понятно. Есть какая-то персона именно в доте? Ну, не то, что которой ты восхищаешься, но какая-нибудь культовая персона, может, какой-нибудь там Яфец или в таком разряде? Как игрок? Да. Соответственно, 4 игрока моей команды, иначе я бы их не звал, наверное, потому что я же говорю, какой состав хотел, такой и собрал. По поводу олдскулов, с Фобосом всегда было очень приятно играть. Мы с ним до сих пор общаемся, привет ему, да. Ну и, само собой, Дэнди, конечно, здорово играет, как ни крути. Ну и немножко глупых таких вопросов. Любимый твой герой? Насколько это возможно? Я не знаю, их много на самом деле, зависит от времени. Сейчас Ланая. Команда, которая тебя за все, за весь твой приход к доте, имеется в виду за весь твой период нахождения в доте, команда, которая тебе больше всего нравилась за весь период, не обязательно твоя, имеется в виду, давай, наверное, наоборот, именно не твоя, а вот какая-нибудь другая. Надо подумать на самом деле. На самом деле... Наверное, СК времен Лоды, вот, потому что тогда они не были так сильны индивидуально, но при этом выигрывали абсолютно всех. Это был очень хороший показатель именно тимплея и командного духа. Наверное, СК. Окей, ну ладно, наверное, на этом мы закончим. Твои приветы, пожелания, благодарности. Привет всем, кто за нас болеет. Большое спасибо нашим спонсорам. Intel, Razer, Seagate. И спасибо, собственно, моему новому дому Empire. Окей, ну все ж, друзья, увидимся уже сегодня в играх. Это был StarLadder TV, и с нами был Артур Гоблак Костенко. Увидимся.
За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Большой капучино для Билли. Люблю капучино. Внезапно все прочее кажется старомодным. Представляем Ультрабук. Вдохновлен Intel.